Всех приветствую. Продолжаем рассматривать скульптуры, картины, которые находятся в главном штабе Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Гишар Луи Марии. Портрет великого князя Константина Павловича. Отлив 1877 год по модели 1804 года. Фабрика Феликса Шопена в Санкт-Петербурге. Бронза. Луи Мари Гишар. Французский скульптор, академик Санкт-Петербургской академии художеств. Скульптура великого князя Константина Павловича. Российский цесаревич, второй сын Павла и Марии Федоровны, считавшийся наследником русского престола после Александра Павловича. Генерал-адъютант, первым среди членов российского императорского дома получил это свитское звание. Командир гвардейского корпуса, генерал-инспектор всей кавалерии. На протяжении 25 дней с 19 ноября по 13 декабря 1825 года официально считался императором и самодержцем всероссийским Константином I. Хотя, по сути, он на престол не вступил и не царствовал. Это данные Википедии. Вот такое небольшое описание к работе Гишара Луи Марии, портрет великого князя Константина Павловича, бронза, отлив 1877 года, фабрика Феликса Шопена в Санкт-Петербурге. Эта работа находится в главном штабе Эрмитаж, Санкт-Петербург. Пока-пока, до свидания.